огромное помещение, там два маленьких столбочка, слегка проехала, дышать нечего, очень жарко. 3 часа на один анализ. Чтобы в сентябре отправить дочь в детсад, в последние дни августа Елена Воронина отправилась за необходимыми справками в первую детскую поликлинику на проспекте Авиастроителей. Были неприятно удивлены огромными очередями, а их надо было отстоять 2. Первую за направлением и вторую в сам процедурный кабинет. Меня просто потрясло, что потоки посетителей не распределены по кабинетам, все стоят в один кабинет. Очень душно, дети капризничают, там же груднички находятся. Никакого безопасного режима не создано. Горячие кадры попали в соцсети и были тут же пойманы профильными ведомствами. Ловим скрин ответа. Спасибо за сигнал. В данное медучреждение выехал замминистра здравоохранения Ульяновской области Юрий Ларькин. Он провел проверку и поручил перераспределить потоки пациентов. Главному врачу объявлено замечание за отсутствие должного контроля. А эти кадры сделаны на следующий после столпотворения день в детской поликлинике на Камышинской. Пациентов немного. Есть надежда, что негативный пример коллег стал уроком для всех. Тем более мальчиков и девочек ждут в детсадах. Но только здоровых. Мы с удовольствием ждем наших деток, мы по ним скучаем. Мы провели мониторинг, родители опросили. Вот по итогам проведенного мониторинга мы поняли, что посещать детский сад будут порядка 50% воспитанников. Есть такие семьи, которые предпочитают семейное воспитание. Для тех, кто вирусов все-таки боится, в детсаду «Росинка» предусмотрели альтернативные формы развития. Видеозанятия с педагогами через мессенджеры. Там же необходимые консультации. А смелым добро пожаловать. Но опять же, при наличии справок и доброго здравия. Кушали, спали? Да, спала сегодня. Молодцы. Двухлетняя Ника вторую неделю на адаптации. Мама Елена уверена, здесь развитие и не только. Где же нарабатывать иммунитет? Дома он не нарабатывается. Я считаю, что действительно лучше посещать учреждения. Тем более дети, говорят, меньше подвержены данному заболеванию. Родители пускают, но исключительно в масках, перчатках и после термометрии. Средства защиты заботливо приготовлены во всех 12 группах. Из новшеств – бактерицидные облучатели и обеззараживатели воздуха – рециркуляторы. Использовать его можно в присутствии детей. То есть помимо бактерицидных облучателей, которые установлены в каждой группе, мы еще подкупили рециркуляторы. Используем их активно во время образовательной деятельности. Так что здесь надеются как на прогрессивную технику, так и на милость со стороны небесной канцелярии. Все занятия будут проводиться исключительно на свежем воздухе. Благо здесь, в одном из корпусов 142-го детского сада, и техническая возможность для этого есть. К примеру, посмотрите, новая спортплощадка. Вот такая с прорезиненным покрытием. Во-первых, она менее травматична, во-вторых, не накапливает влажность. Ну и, наконец, традиционный формат веранд тоже никто не отменял. Здесь на каждой из веранд кипит насыщенная творческая жизнь. Вот, к примеру, сейчас ребята одной из групп занимаются рукотворчеством. Мы узнаем, что они сегодня интересно сделали. Ребят, что у вас сегодня? Зонтики! Дополнительные обучающие консультации для педагогов, повышенная бдительность медицинского работника, максимальное информирование о профилактике родительского сообщества. Меры предосторожности приняты беспрецедентные, однако и они могут оказаться нерезультативными, если сбои начнутся еще на подготовительном этапе. Только единство систем – образование и здравоохранение – способно сохранить главное – здоровье детей и спокойствие родителей. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.